Привет, друзья! Это Роман Кириллович. И я хочу начать с неприятных новостей. Я принял решение закрыть канал French TV. Этому каналу в прошлом году исполнилось 10 лет с момента выхода первого ролика. Мы очень долго были таким узкоспециализированным каналом франчайзинге. В 2017 мы сделали такой пивот, как говорят в бизнесе, да, изменили бизнес-модель, точнее, просто формат нашего канала, начали делать такие сюжеты о бизнесе. Я думаю, большинство из вас подписались как раз в этот период, то есть после 2017 года. И первые, знаете, 2 года нас прям очень драйвило, у нас все получалось, мы выросли. Я добился того, чтобы у нас получились потрясающие интервью с известными предпринимателями, которых вы все видели, не буду их перечислять. Это люди, которые действительно поделились крутыми инсайтами. И благодаря, кстати, каналу этому я не только познакомился со многими там подписчиками в реальной жизни потом, но и познакомился, собственно, с предпринимателями, которых мы потом сделали крутые франшизы. То есть франшиза, например, «Розетки» вряд ли бы получилась так, как она получилась, ну, по моему скромному мнению, если бы не канал French TV. Поэтому в этом смысле я каналу и всем вам за то, что вы смотрели все это время, очень признательно. А почему я его закрываю? Дело в том, что вот последние 3 года, после того, как мы вышли на отметку в 100 тысяч подписчиков, благодаря... Это было в карантин, в 2020 году, это был эфир с Олегом Гороховским, и он запустил такой конкурс, чтобы люди активнее подписывались. Вот, и мы добились до цифры в 100 тысяч, я получил серебряную кнопочку, она у меня вот там лежит, я забыл ее взять, но это сейчас как бы не видео хвастовства. И после этого как-то канал не рос вообще. То есть 3 года практически прошло уже с того времени, и канал не развивался, несмотря на то, что мы делали много разных проектов. Помните, да, это был проект «Люди в худи», это был проект ламповых эфиров. И мне они очень нравились, мне было приятно общаться с людьми в этих таких форматах, ламповых, дружеских, с вином, с шуточками. Мы сделали классный выпуск, единственный выпуск «Самый умный предприниматель» с Михаилом Рогальским, в котором он сказал, что это последний выпуск, что к вам никто больше не придет, так и получилось. Вот. Пересмотрите, кстати, очень смешной выпуск, это, наверное, один из лучших на канале за все это время. Но это никак не влияло на рост канала и на активность подписчиков, и в этом смысле мне некого винить, потому что, видимо, сам формат или я в этом формате перестал быть актуальным, перестал быть в тренде, перестал быть интересен массовой аудитории, как это было в 2017 году. А вы знаете, если нету этой энергии зрителей, подписчиков, то нету и авторов, потому что никто не хочет делать это только для себя, потому что ты реально тратишь на это очень много времени. Я понимаю, что среди вас есть люди, и мне писали многие, да, там, в личку и в соцсетях, почему ты закрываешь канал, классно, классно все было. На самом деле классно, но результата от этого никакого нету. Но при этом мое творчество на YouTube, оно не заканчивается. Я на днях открыл новый канал, который называется «Рома и нейросети», я вас приглашаю на него, потому что тема нейросетей сегодня действительно развивается бурными темпами, и я не хотел пропустить эту революцию, именно как предприниматель. То есть на этом канале вы не увидите роликов для дизайнеров или для копирайтеров или для программистов. Это ролики для предпринимателей, от предпринимателя, от меня. Возможно, там также появится временем какие-то интервью, но пока я там буду сам. И самое главное, подпишитесь на мой телеграм-канал, с которого, собственно, все и началось. Там уже более 1000 подписчиков. Это собственные компании, топ-менеджеры, люди, которые тоже не хотят пропустить для своего бизнеса эту революцию и хотят начать использовать нейросети, которых много и которые дают самые разные невероятные возможности. Поэтому увидимся с вами на новом канале, история которого только начинается. Подписывайтесь на него в Телеграме, потому что там выходит очень много контента. Ну а на YouTube я буду выкладывать только видеоролики. Поэтому переходите по ссылке внизу на оба канала, подписывайтесь, включайте колокольчики, вот это все. Уже сколько лет я этого не говорил. В общем, увидимся там с вами. Все только начинается. Пока. Ну, получается, сейчас надо нажать кнопочку «Выкл». Последний раз. На French TV, конечно, потому что на Рома и нейросети все только начинается, я же сказал. Пока.